Безвест ЛВ. Поиск без вести пропавших. Пропал человек, исчез бесследно, еще вчера он со мной обедал, еще вчера он смеялся в трубку и покупал жене незабудки, теперь его телефон молчит, ребенок плачет, жена кричит, луна безжалостно светит в окна, бессонные ночи, семья не спит. Пропал человек, я знаю, что ночь, полиция, люди, кто может помочь? Дослушаем вас, это Безвест ЛВ, да, еще без вести пропавших. Да, добровольцы, пропал человек, имя, фамилия, сколько лет, куда собирался, когда и где. Слушаем вас, говорите, какие приметы, во что был одет, все записали, держитесь. 19-летняя Саманта Монте-Дреймоне пропала в Айскрюкле 2 декабря 2015 года. Со слов близких, в этот день она вышла из дома около 14:30 и назад до сих пор не вернулась. Здесь ее последний раз видели 2 декабря. Буквально через полчаса после выхода из дома отправила короткое сообщение по телефону. «Прости, мама, но я больше домой не вернусь». Хотелось бы ее найти, если у нас получится сегодня. Так как сейчас снега большого нету и куртка у нее яркая. Туда и обратно, вторая группа туда и обратно. Все. Но здесь я думаю, что можно на машинах проехать, у кого джип. Адреналин немножко, волнуюсь. За день 30 января добровольцами пройдено около 10 километров. Прочесан лес, проверены заброшенные дома вдоль железной дороги. Обойден берег Даугавы в районе магазина «Металлист». Все окрестные закоулки, придорожные канавы. Все подозрительные участки обследованы более тщательно. Пропал человек, я знаю, что ночь, полиция, люди, кто может помочь? Найти человека, наша задача, пропавшего будем искать. Зайдут добровольцы и в дебри, и в чащу, и в речку, и в море, нырнут по пути. Пропал человек, исчез бесследно, свет в его доме уже не горит. Еще вчера он с нами обедал, сегодня близкий и плачет навзрыд. Не вернулся домой через сутки и двое, нету вестей, телефон не найти. Не растворяйтесь в собственном горе, Безвест уже в пути. Лепкалны. Вот, да, Лепкалны отсюда, вот по дороге Лепкалны, и ребята здесь тоже по берегу обошли. Какая-то информация была, что вроде такого-то видели вот здесь сквокс. И эта камера вроде видел, который один вроде капюшон, похожий капюшон здесь шел. Людей я их и распределил по группам, и вроде все обходили. Полицейская собака тоже, она здесь пошла, туда пошла и обратно пошла. Мы думали, ну, может быть, еще проверим. Мы пустили собак здесь. Ну, если он отсюда шел по дороге, значит, узкое туда. Место, да. Да, да, мы здесь проверяли, нету. Любая версия может быть. Может утонуть, может и... Уехать и куда-то. Уехать куда-то, а может и пойти в лес. Дослушаем вас, это Безвест ЛВ. Да, еще без вести пропавших. Мы добровольцы, пропал человек, имя, фамилия, сколько лет. Да, выезжаем, прочесывает лес, плакать не надо, держитесь. Верьте и ждите, надежда есть, ангелу помолитесь. Пропал человек, пожилой так бывает, здоровье, память уже не та. Случаются люди, забывают, ключи, телефон, покормить кота. Случаются, забывают имя, дорогу домой не могут найти. И добровольцы идут на помощь, становятся компасом на пути. Пропал человек, я знаю, что ночь, полиция, люди, кто может помочь? Камыши вот это вот, сейчас вот эти вот камыши. Вот сейчас надо обойти вот так вот вокруг. Ну, мы пойдем сюда тогда, под канал, и потом возвращаемся обратно по другой стороне. Все. Поиски в Юрмале прошли в эту субботу, 16 апреля. Начали искать пропавшую женщину в 10 утра, а в 10:40 ее останки уже были найдены. Гита, начер! Ну все, заканчиваю, нашел я ее. Да, лежит прямо человек. Дослушаем вас, это Безвест ЛВ, да, еще без вести пропавших. Мы добровольцы, пропал человек, имя, фамилия, сколько лет. Да, выезжаем, прочесывает лес, плакать не надо, держитесь. Верьте и ждите, надежда есть, ангелу помолитесь. Как-то и люди к нам начали больше приходить. Если раньше эта организация была как бы, ну, маленькая, да, и мы могли, никого не просив, делать то, что мы можем, то сейчас получается, людей становится все больше и больше, и уже своих ресурсов, которых у нас были финансовые, у нас их просто не хватает. Мотор в свое время, я помню,
лодку подарили. То есть вот так вот у людей, кто чем мог, тот помогал. Но вот этот робот, который для подводных поисков, он очень качественный. Вот он сейчас показал этот в Межсумском поиске, да, в озере Галлезерс, да. Он, конечно, это очень сильная штука, и эти роботы используют службы спасения Австрии, Англии и Германии. Здесь вот даже на сонаре видно, что целое показано, когда он отбивает. Такой робот мы бы хотели бы очень купить, но он стоит порядка 30 тысяч, наверное. Люди должны помогать друг другу и не перешагивать через другого человека. Пропавшего будем искать. Зайдут добровольцы и в дебри, и в чащу, и в речку, и в море. Нырнут по пути. Пропал человек, исчез бесследно. Свет в его доме уже не горит. Еще вчера он с нами обедал. Сегодня близкие плачут навзрыд. Не вернулся домой через сутки и двое. Нету вестей, телефон не найти. Не растворяйтесь в собственном горе. Безвес уже в пути. Найти человека, наша задача, пропавшего будем искать. Зайдут добровольцы и в дебри, и в чащу, и в речку, и в море. Нырнут по пути. Пропал человек, исчез бесследно. Свет в его доме уже не горит. Еще вчера он с нами обедал. Сегодня близкие плачут навзрыд. Если он придет к нам, добровольцев, и он поймет, мы поймем, что он на самом деле хочет честно участвовать, то да, мы будем обучать его и пилотам, и будем обучать его на квадрокоптере управлять, и надо будет, будем на катере его обучать. Если видно, что человек хочет реально помогать и что-то делать, мы будем стараться его поддерживать. Нам нужно, по идее, еще квадрокоптер, потому что не везде человек может летать. Квадрокоптер сам по себе, он недорогой, он стоит там несколько, 1500, может быть. Там просто вот тепловизор стоит 4000 евро, сам тепловизор, который ставится на квадрокоптер. Плюс камера, плюс какие-то вот GPS-приборы, чтобы его не потерять. У нас есть параплан с моторчиком. И мы хотим посадить туда оператору, дать еще тепловизор. Мы слушаем вас, добровольцы без вест. Да, только что прочесали лес. И если рассеется этот туман, в небо поднимем наш параплан. Надежда должна умирать последней, а лучше не умирать совсем. Помнить, любить, надеяться, верить, беречь своих близких. Желаем всем!